прекрасный баннер, который стоит сзади меня. Мы написали, что этот год у нас годом, мы объявляем лицом к лицу к Богу. Принимая во внимание направление этого года, я не мог не заметить, что люди, которые решили следовать за Богом, сделать свою жизнь другой, в нашей общине, те, кто приняли вот то, что мы начали в начале еврейского года, когда мы сказали, что это особенный год, год встречи с Богом, я не мог себе представить, что люди, которые возьмутся за идею и начнут действовать в отношении с Богом на серьезном уровне, которые ожидали, что это решение встречи с Богом лицом к лицу, где многие люди, они просто ожидали, что их жизнь изменится. Они ожидали, что эта встреча с Богом изменит их отношения в семье, в финансах, отношений в работе, и вообще вся жизнь станет совсем другой. Я даже не мог представить, что для многих это будет буквально наоборот. Честно. Сегодня, когда я общаюсь с людьми, я смотрю, и я понимаю, что люди ожидали то, что мы провозгласили, о чем мы говорили, об этой встрече Иакова с Богом, что эта встреча изменит их образ жизни, что это вовлечение в молитву или же домашние группы изменит их отношения, и Бог выйдет навстречу и изменит, как Иакова изменил. Все стало на свои места. И все-таки я не мог себе представить, что будет все-таки даже наоборот. Когда встречаюсь сегодня этих людей, которые, знаете, вот проходят, я спрашиваю, как дела? Зная, что у них есть трудности в семьях, в финансах, в работе, во многих других вопросах, они говорят, знаете, как Коль Беседер, хорошо. Потом добавляет, ничего, прорвемся. Этот девиз сегодня, как ни странно, стал таким, знаете, как по-украински, гаслом, да, таким высказыванием для многих верующих людей в нашей общине. Как только спросишь, как дела, скажут, прорвемся, потом все нормально. Не только в нас в общине, многие люди в церквях, верующие люди, сегодня говорим, ничего, прорвемся. Более того, встречаешь халдеев, то есть неверующих людей, и говоришь, как дела, прорвемся. Знаете, это высказывание очень удивительно, потому что я стал рассуждать над тем, что мы с вами проходим, что проходит сейчас, что происходит в этот момент. И я понял, что во время нашего решения об этой встрече с Богом, в то время, когда мы с вами решаем приблизиться к Богу, всем нашим сердцем, всем нашим естеством, всем тем, что внутри нас, в то время, когда мы уходим от суеты и стремимся к познанию Бога любящего, когда мы решаем жить правильной жизнью и удерживаемся от неправильных встреч, когда мы посвящаем себя молитве, собраниям и посвящаем себя благовестию, вдруг в это время духовного движения вперед мы чувствуем, что весь ад зашевелился. Мы чувствуем, как будто все против нас действует. Что все, что мы пытаемся сделать на лучшем уровне, вроде бы мы делаем то, что необходимо, Бог ожидает, вдруг мы понимаем, что весь ад пришел в движение. Потому что врагу невыгодно, когда мы занимаем решение и занимаемся этим твердым пониманием, что наша суетная жизнь не может так больше продолжаться. И врагу невыгодно, что мы делаем решение. Ему выгодно, чтобы мы были в суете. Ему выгодно, чтобы мы оставались в нерешенных наших вопросах. Ему выгодно, когда мы забываем о мероприятиях и в наших общинах, и в наши обещания, которые мы давали Богу служить Ему твердой и открытой совестью. Знаете, вот чувством таким, что мы готовы служить Ему всегда. Ему выгодно, когда
по состоянию Иакова и Исава, когда два брата были в ссоре. Врагу выгодно, когда люди, имея эти далекие отношения страха, примирения, не могут примириться, потому что знают, что это примирение принесет большие благословения. Врагу выгодно, когда мы держимся на расстоянии и забочены тем, чтобы не помогать друг другу. Моя хата с края, ничего не знаю. Ему выгодно, когда народ Божий не имеет встречи с Богом. Почему? Ой, ответ очень простой. Потому что этим он тормозит Божье призвание в твоей жизни. Когда мы заняты некоторыми вещами, которые в жизни нашей происходят, суета, и мы отлагаем на дальний план то, что мы сделали решением приблизиться к Богу лицом к лицу, дьяволу выгодно, потому что мы не приближаемся к той цели, которую Бог имеет. Но когда мы с вами решаемся на немыслимое, на трудное решение, когда нам нужно жертвовать буквально всем ради того, чтобы иметь встречу с Богом, когда мы соглашаемся стать под помазание Бога в нашу жизнь, тогда мы должны знать и ожидать, что этому решению нужно будет сделать многие жертвы. Аминь. Я хочу, чтобы мы открыли вместе с вами одно место Писания, которое фактически похоже от картину открывает в Танахе. 1 Паралипоменон, 14 глава, 8 по 16 стих. Я читаю. «И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И подняли все филистимляне искать Давида, и услышал Давид об этом, и пошел против них». Эта картина очень интересна, потому что мы являемся Божьими помазанниками, потому что Бог избирает нас, чтобы быть царями и священниками в Его царстве, царственным священником. Мы Богом призваны к тому, чтобы быть в Его царстве и исполнять Его волю. И когда произошло в Давиде, что он был помазан в цари, то все филистимляне, слово «все» означает что? «Все». Они понимают, что в данной ситуации с Давидом нужно бороться, чтобы он не стал или же не утвердился в своей силе как царь и не действовал так, как его направляет Бог. И что Давид делает? Он слышит, что все филистимляне ищут его. Они ищут его что? Поставить ему корону, пасть перед ним. Какой великий царь, помазанный Богом. Мы особенно знаем, мы знаем, что происходило в твоей жизни. Ты убил нашего гиганта. За это тебе честь. Нет, абсолютно. Они поднялись, чтобы его уничтожить. И знаете, что делает Давид? Мы читаем. «И филистимляне пришли и расположились в долине Рафаимов». Слово «Рафаимов» – это долина гигантов, можно сказать, взрослых людей. И вопросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян? И предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои. И пришли они в Аал-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды, посему и дал имя тому месту Ваал-Перацим. И оставили филистимляне богов своих, и повелел Давид сжечь огнем. Богов имеется в виду. Надеюсь, вы можете немножко сопоставить его жизнь со своей. Мы можем увидеть, когда Давид воцарился, его окружают филистимляне, чтобы уничтожить. Но что делает Давид? Он не выходит навстречу, чтобы сразиться, показать им свою силу. Он идет вопрошать Бога. Когда мы чувствуем, что в нашей жизни происходит давление, и нам необходим прорыв, мы очень часто говорим об этом, нам нужен прорыв. Как дела? Прорвемся. Нам нужен прорыв. И Давид говорит,
что я иду, я готов, я иду против моих врагов, но он не бежит к тому, чтобы собирать свое оружие, не бежит к коням, не бежит готовиться, он идет в палатку, где находится его отношение с Богом. Мало того, он идет туда один. Он не берет своего начальника, он не берет своих помощников или слуг, он туда идет один, молиться на коленях перед Богом всемогущим и сильным, который создал небо и землю, он идет к нему молиться и вопрошать, идти мне или не идти. Ты будешь со мной или нет? То есть поразишь ты меня, идти мне иметь победу или нет? Очень часто мы в ситуациях, которые у нас существуют, когда враги окружают нас, ситуация, это может быть семейные отношения, это может быть финансовые отношения, когда это движение врага нахлынывает нас, когда то время, когда мы решили следовать за Богом, когда мы помазаны следовать за Богом, вдруг, внезапно мы чувствуем, что весь ад поднялся против нас. Что мы делаем? Очень часто мы хотим воевать, мы хотим иметь прорыв, мы говорим о том, что нужен прорыв, но мы не делаем то, что необходимо сделать. И я хочу вам дать сегодня очень простой выход, как получить прорыв в Боге и получить ответ от Бога. Первое, что Давид делает, он идет и взывает Богу, то есть он молится. Он молится Богу, вопрошает, идти мне, что мне делать? Вы можете это все представить себе? Вы можете это все представить или нет? Это трудно представить, потому что мы не на войне, никогда не находимся на ней. Когда ты чувствуешь, что перед тобой смерть стоит, что тебя окружали враги, ищут твоей жизни, уничтожат тебя, он уходит в эту палатку, уходит, чтобы просить царя царей о том, как ему поступить. Это похоже с фрагмента Луки, 5 глава, 16 стих, что Иешуа, говорится там, что Иешуа уходил в пустынные места, и там что? Молился. Из молитвы, из отношений наших с Богом, наше уединение в то место, где мы можем вопрошать к Нему. И существует ответ нашей победы. Мы можем уметь или же провозглашать, кричать, и твердить, наступать, но послушайте меня внимательно. Мы видим из Писания, что прорыв у Давида произошел тогда, когда он вопрошал к Богу. Он и шел, и сделал одно и то же дело. Будучи военным человеком, имея великие победы, и будучи очень, как бы сказать, серьезным в боях, он не приступал к пониманию того, что он своей силой может это сделать. Наоборот, он, зная, что эта сила приходит от Бога, он идет и к нему обращается. Почему? Потому что у него есть ответ. Давайте подумаем о том, в какой территории жизни нам нужен прорыв. Каждый из вас сейчас задумайтесь о том, в какой территории вашей жизни нужен вам этот прорыв. Дети, семья, работа, может быть, дружба. А может, о том, о чем легче всего сразу помнить. И все понимают, нам нужны деньги. Кому они не нужны сегодня, скажите, пожалуйста. Самое легкое, что можно сегодня вспомнить. Да? Мы забываем о том, что у нас есть наши близкие, родные, на ситуации в семье. Но самое, что первое приходит нам на голову всегда, это нам нужны деньги. Кому не нужны? Не нужны. Мы готовы сделать все, чтобы получить то, что нам необходимо еще вот сейчас, быстро паковать, еще пусть авиапочта. То есть имеется в виду мгновенно. Мы говорим, Боже, нам этот ответ нужен был еще вчера, почему еще не вышел мне навстречу? Этот прорыв. Знаете, я хочу сделать одну картину, на что похож прорыв. Он может быть банальным, он может быть звучать банальным, но буквально еще недавно, еще несколько лет назад, я вспоминаю просто нашу машину, которую мы продали, чтобы отдать долги. Я вспоминаю о том, что в этой машине был ключ. Если ты, на ключе был
пульт управления, и этим вот управлением можно было открыть двери и багажник. Если ты нажал один раз на кнопочку, откроется только водительская дверь. Если ты нажмешь и придерживаешь, откроется водительская, и через несколько секунд откроется пассажиров дверь. Это часто происходило, и когда мы с Татьяной выходили из дому или откуда-то выходили, я пока доставал ключи, вижу, Татьяна уже заходит на дверь, я только начинаю, слышу, щелк, моя дверь открылась, но стоило только прикоснуться к двери или к ручке, дверь не открывалась. Я смотрел на Татьяну, только раз, еще раз попробую, не работает. И потом в следующий момент мы смотрим друг на друга, она с моей стороны, то есть со своей стороны, а я с ее. И начинаю говорить, вспомни, должно быть два щелчка, один раз, и потом мое, и не, пожалуйста, не трогай ручку. Это было несколько раз, вот несколько раз. И она потом в один момент, она говорит, так смотрит на меня, так после того, что она трогала, уже нервы, вижу, сдают, и все остальное, холодно. И она говорит, у меня есть ответ, как решить этот вопрос. Я говорю, и как? Она говорит, очень просто. Приди на мою сторону, открой мне дверь. Знаете, в этот момент я для нее был, хозяином положения. Потому что Баал-Парацин именно говорит о владыке прорыва. То есть для нее я стал этим прорывом. В тот момент я с любовью это сделал. Я с любовью пришел и открыл эту дверь. Суть-то в чем? Что если не, разве я не хотел открыть ей дверь, когда я нажимал на кнопочку? Мое желание было, чтобы и я, и она сели в эту машину, но она как бы успевала раньше времени. Она только прикасалась, дверь захлопывалась, то есть происходила самозащита. Дверь срабатывала на опережение, все, защита нету. Как бы она ни пыталась, что бы она ни пыталась сделать, как бы она ни сердилась на меня, на кого-либо другого, дверь не откроется. Поэтому решением было попросить, чтобы я открыл. Вы знаете, суть этой вот такой маленькой иллюстрация проста. У Бога есть ключ. У Бога есть ключ, которым Он хочет открыть твою дверь. Но иногда ты спешишь, ты хватаешься за дело, оно не открывается. И состояние, которое переживает гнева, может быть, где ты? Почему ты еще не преуспел? Разве ты не мог подумать раньше, что я эту дверь нужно открыть? Я вам хочу дать ответ. Бог по своей великой любви и милости к нам, Он любит нас, как я люблю свою жену. Я хотел и хочу открыть эту дверь, но иногда мы делаем что-то намного быстрее, чем мы думаем, и потом нас раздражает многие вещи, почему Бог нас не открывает. У Него есть ключ. И вот это слово, которое говорится о том, что Давид молился, и Бог дал победу над филистимлянами в этой долине, и он назвал эту долину, то место, где Бог дал ему победу, Баал-Парацин. Бог прорыва. Это похоже на реку, которая перегорожена плотиной. И когда плотина была надавлена водою, получила трещину, и плотина рухнула, и эту воду невозможно остановить ничем. Вот это слово выходит, что Бог вышел навстречу, Бог выйдет с силой, тогда, когда мы к Нему обратимся. Вы поймите, о чем я хочу сказать. Если мы понимаем о том, что молитва является сущностью для наших общений с Богом, и в этой ситуации, в которой ты попадаешь, в окружение своих проблем, ситуации как врагов, один ответ у тебя есть. Это твое место молитвы. Иешуа говорит об этом, что если ты хочешь что-то просить у Бога, зайди в свою комнату тайную и вопрошай к Нему в тайне, и Он сделает это явным. Я хочу дать вам сегодня ответ на прорывы, которые вы ищете в своей жизни. И если это получается первое, то второе,
Вторая позиция для того, чтобы получить прорыв, это послушание. Второе, что указывает Писание, это послушание. Смотрите, 13 стих этой же главы. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине. И еще вопрошал Давид Бога и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых деревьев. Когда услышишь шум, как бы шагов на вершине тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог перед тобой, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог, поразил филистимлян от Гавона до Газера». Смотрите внимательно. Заметили ли вы слово, которое там написано «опять и еще»? Другими словами, врагу недостаточно, что было, что они были побиты. Раз Давидом были побиты, Бог был на стороне Давида, и Давид победил. Он поглумился над их идолами и всевозможными там колдовствами и все остальное. Врагу-то недостаточно. Они опять пришли. Другими словами, твои кратковременные победы, которые ты имеешь в жизни, не означают, что ты уже победил весь мир, и никто тебя не будет атаковать. Враг всегда придет еще раз. Он еще раз будет испытывать тебя, он будет еще раз захватывать тебя, пытаться уничтожить тебя, потому что это враг. Он желает, чтобы ты существовал на той земле, которую Бог тебе дал. И услышь. Но дальше написано, что Давид еще раз. Давид не основывался на определенном опыте своей борьбы с филистимлянами. Он раз уничтожил Голиафа, победил их еще раз. Тут получается, что он каждый раз он имеет победу над филистимлянами. Он имеет уже хороший опыт. Он бы сказал, ну и теперь что тут делать? Мы просто выйдем, поразим их, ну и так будет всегда. Нет. Он не основывался на опыте, на силе, которую он имел, на том опыте борьбы, которую мы имеем. Нам нельзя основываться на этом. Мы кричим, о, во все оружие Божие мы уже оделись, насмотрелись фильмов, наслушались проповедей, CNN, TBN, книги почитали, мы знаем, как себя защитить. Все, вперед. Мы знаем, что говорить, провозглашать это слово, наступать, топтать, запрещать, завязывать, душить и все остальное. И Бог говорит, не, так не пойдет. Давид знал, он каждый раз написано, еще взывал Давид к Богу. И вопрошал Давид еще раз. Другими словами, каждый раз, когда есть существует ситуация, тебе нужен прорыв от Бога, здесь один секрет. Вопрошать, молиться, ходатайствовать, спрашивать Бога, что делать. И дальше. Он не просто молился, он сделал. Написано, что он сделал. Знаете, если только молитва мотивирует вас, и вы ничего не делаете для того, чтобы Бог показал свою силу, тогда вы тогда ничего не получите. Сколько ни молись, не принимая во внимание то, что нужно что-то сделать, что Бог тебе говорит, ты никогда не получишь этот прорыв. Да? Или нет? Очень часто люди молятся, им Бог говорит что-то сделать, и им не верится, что Бог хочет это сделать. Одна из вещей, я часто встречался с людьми, которые, пастор, помолитесь, мне плохо, у меня аппендицит болит. Молится уже сутки, температура поднялась. Я говорю, иди в больницу. Но я же верю в молитву, Бог же может исцелить его. Конечно. Но тебе идет ответ, пойди в больницу. Чего не идти? Вы слышите? Я за то, чтобы мы молились, получили ответ сверхъестественный. И мы это переживали в общине. Люди и сверхъестественно получали исцеление. Даже были воскрешения из мертвых. Но вопрос, когда Бог что-то говорит, нам необходимо сделать. И это нужно делать, а не просто молиться. Вы знаете, что меня, я называю так часто проповедник, который любит делать какие-то интуражи, да, проповеди с какими-то
приколами, да, часто. Я видел уже многие пастора, как бы это уже эти проповеди используют. И на самом деле я люблю проповеди с иллюстрациями. Я люблю показывать то, о чем я говорю, чтобы люди поняли глубже о том смысле, который мне нравится. Знаете, я люблю думать, а что если бы происходило бы там? Например, я знаю, что у Давида была армия, потому что написано, что в тот момент все к нему собрались, когда еще был жив Саул, все к нему собрались, обиженные собрались, изгнанные, незнатные собрались к нему и воевали вместе с ним. Да? Но теперь понимаю, что если он стал царем, к нему захотят пойти в армию много людей. Очень много людей придет. Потому что все-таки царь, правильно? Армия такое дело как бы наживное, можно пойти в армию. Я могу представить, он только был помазан в цари, и тут, как бы говорят у нас, осенний призыв пришел, да, Тим? Да? Военкомата. Царю нужны новые солдаты. Конечно, много людей пришло, но и понимаю, что Давид любил своих солдат, и на самом деле у него уже были опытные солдаты. И как всегда полагается, молодого солдата ты всегда присоединяешь или к тому, кто уже опытный, бывалый, да? Мы называли дед, ну а тут дедовщина получается. Как бы молодого ты берешь, неопытного человека, чтобы он получил опыт, ты прилепляешь его как бы в нагрузку к старику. И вот я могу, знаете, я вот думал и мечтал, ну как бы мечтал себе, что происходило в жизни вот этих солдат. Одни были опытные, которые с Давидом сражались всю жизнь. Они, куда Давид, туда и они. Там, помните, да, один там зарубал там несколько тысяч людей, да, там как бы копьем пронзил, там еще аж в крови там у него засохло там, все оружие. Я думаю, что бы происходило тогда, если бы молодой юноша, который только попал туда, в армию, и вдруг попадает в раздел. Окружают филистимляне. И вот, я вам скажу то, что я написался, я просто мечтал вечера и утра. Вторично, войско Давида окружается филистимлянами, а Давид идет в особую палатку, шмык и молится. Молодой говорит бывалому, а что Додик там, Давид, то есть, делает? И бывалый, зная повадки и привычки царя, с которым он уже ни в одном сражении побывал, и слышал все песни и доблести царя, говорит, Давид молиться пошел. Что, перед смертью не намолишься? А ведь окружили нас. А он молится. Так он всегда так делает. Чуть что, сразу раз в палатку. У него с Богом особые отношения. Спрашивает он у Бога, идти, не идти. Расслабься, салага. Мы и не в таких передрягах были. По истечении времени выходит Давид и говорит, итак, верные солдаты, доблестные бойцы легиона Давид Израиль, как дела? Все хорошо. Вот есть у нас сегодня борьба, но мы, как вчера, третьего дня не будем сражаться. У нас новый план. Бог сказал не идти в лобовую, идти в окружную. И когда мы пойдем в окружную, мы должны стать под туевыми деревьями, прикрыться, ожидать. И когда услышишь, что кто-то идет по вершинам деревьев, по моей команде мы атакуем филистимлян. Бывалый кричит, да, Давид, молодец, это план от Бога. Так, царь, да, мы точно с тобой, молодец, слава Богу, у нас есть ответ, как победить филистимлян. А молодой в ответ, не понял, в чем-то план атаки, я так и не понимаю. Спрятаться под деревьями и ждать? Ну да, просто ждать. Салах, а ты просто жди, потому что мы знаем, что Бог, Он с нами, все будет хорошо. Ждать чего?
Что кто-то побежит по краям этих деревьев, слышать шум ног людей, которые бегут по деревьям, это что, новый цехал? Ну, это армия израильская. Он говорит, да нет, успокойся. Давид получил ответ от Бога и знает, что сам Бог будет сражаться за нас. А, говорит Салага, понял. А скажи, сколько раз Давида по голове били? Сколько был раз раненый в голову? Что-то смотрю, он без шлема ходит. Мне непонятно это все. В это время подходит царь к молодому бойцу, смотря в его глаза суровым полководческим взглядом, спросил, есть проблемы с планом, боец? О нет, Ваше Величество, никаких проблем. Но вы знаете, как добрый отец армии Давид любил своих солдат, обняв молодого бойца, сказал, я знаю, что это звучит странно и безумно. Да и сам я не могу привыкнуть к его планам. Он всегда делает так, как он хочет. Но то, что я точно знаю, что его план лучше моего. Как он сам сказал, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Вы знаете, очень часто планы Бога, которые Он нам говорит сделать, они не могут сложиться в наш разум. В наш разум, как это молодой юноша, который мог слышать, кто-то будет бежать по кронам деревьев. Это невероятно. Я сегодня хочу обратиться ко всем вам, к тем, кто решили следовать за Богом. Те, кто, может быть, в начале, осенью, когда мы сказали, что этот еврейский год, Новый год для нас, он особый, мы делаем это решение следовать за Богом лицом к лицу, искать Его во всех ситуациях. Я хочу обратиться к вам, тем, кто решили это делать. Хочу обратиться к тем, кто хотят строить Царство Божие. Мы делаем это не по причине талантов, которые мы имеем. Мы делаем это не потому, что мы имеем дерзновение или кому-либо доказать, что наша правота. Всей моей жизнью мы делаем это, я своей делаю жизнью, не доказать никому ничего, но чтобы Бог явил свою милость через меня. Все это делается Духом Божьим. И в этом секрет. Секрет ко всему, чему мы хотим приблизиться, ко всему, чему мы хотим достичь. Секрет заключается в простых вещах. Молитва и послушание. Это касается личной жизни вне общины и личной жизни в общине. Если мы имеем цели, каким мы хотим достичь и в личной жизни, и в жизни общества, мы должны помнить, ответ на все вопросы у вас есть – молитва и послушание. Сам Иешуа говорит о своих отношениях с отцом. Иоанна 10 глава 37 стих. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Мы не часто замечаем эти вещи. «Если я не творю дела Отца моего, не верьте мне». Если вы помните, я уже говорил цитату, что Иешуа, в Луки 5 глава, что Иешуа уединялся в пустынные места для молитвы. И если он становится примером для нашей жизни, и следовать за ним, как Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Мессии, а Мессии мы подражаем, потому что мы называемся его учениками, мы хотим отображать Мессию внутри нас. Иешуа не говорит, что то, что я говорю,
и просто я болтаю об этом, ну, не слушайте меня, то есть не верьте мне. Он говорит, дела, которые я делаю. Другими словами, я все делаю, что Отец мой просит меня. Иоанна 8:29 говорит, пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Это означает о том, что молитва и исполнение было для Иешуа тоже приоритетом. Можно много говорить, можно много рассуждать и философствовать. Как прорваться, что делать, какие планы, какой делать, какую стратегию для своей жизни, больше прославления, больше там постов и так далее. И Библия говорит очень просто. Иешуа уединялся, он слышал Отца, общался с Ним и потом делал то, что нужно было делать. Мы сегодня с вами в кануне Песоха. 30 числа мы будем праздновать Песох. И у нас утвердилась одна хорошая традиция. Каждый год на Песох мы приносим наши особые благодарственные даяния, финансовые, вклад в развитие проповеди Евангелия, благовестия, в то, во что мы можем вложить в распространение Царства Божьего на земле. Я думаю, что мы поэтому здесь существуем, чтобы показать собственной жизнью, что Иешуа, Он жив, и что Он заинтересован, чтобы Его Царство распространялось. У нас это хорошая традиция. Мы выдавали или выдаем конверты еще на праздник обновления, на Хануку. Ханука – это время, когда мы празднуем свет, свет пробуждения для язычников. Примерно в это время Иешуа родился, и многие церкви празднуют Рождество. Мы празднуем еврейское Рождество, да, Ханукой. Мы благодарны на Пасху Ему за все то, что Он нам сделал. У нас в этом году есть несколько проектов. Один из них – 110 лет празднования мессианского движения здесь, в Одессе. Многие из вас не знают, что именно с Одессы в 1903 году, извините, Леон Розенберг начал служение, которое распространилось по всей Российской империи. Проповедь Евангелия для евреев. Мессианское движение. Хотя ему уже 2000 лет в разных местах, по-разному. Но я хочу сказать, что этот человек со своей женой, которые родились в ортодоксальных семьях, Леон Розенберг учился в Ешиве. И буквально случайно ему попалась книга, запретная книга, которая была запретна для всех учеников Ешивы. Это Новый Завет. И однажды он уверовал в того, которого распяли. Он был изгнан. Ему запретили встречаться с Фаней, его любимой. Фаня даже отказалась от него. Он уехал в Польшу. Из Польши он уехал в Германию. Он любил Иешуа личным спасителем. И эта вера в Иешуа привела его в трудные места. Недоедание, холод, голод, испытания, отвержение от семьи. Но оставался верным. И в один случайный день, когда Фаня была в том же городе, он пришел к ней навстречу. Через время она уверовала. Они стали горящими
свидетелями милости Божьей. Они избрали Одессу, приехали сюда со своими детьми. В это время у него уже было 4 детей. Но до этого у него умер сын, которого он сильно любил, которого он хоронил на кладбище. Ему выделили маленький уголок в конце глубине, там, в конце кладбища. И никто из христиан не пришел и пастор помочь погребению. Он сам лично проводил эту службу для своего сына, которого сильно любил. Но этот вечный призыв к проповеди Евангелия звал его дальше. В Одессу он приехал и продолжал работу других братьев. Отсюда община, которая была в гонениях, переживала трудности, особенно погромы 1905 года, где он на руках своих нес этих побитых, изуродованных евреев в еврейскую больницу, где ему к виску приставили пистолет и говорили: вот еще один из тех. Его жизнь висела на волоске. И он говорит: я попрошу одну вещь сделать перед тем, как ты убьешь меня. Я хочу помолиться Богу. И он стал молиться во имя Иешуа, во имя Иисуса, чтобы Бог дал человеку, который называется братом, и нося крест на груди, понимание, что мы братья, и что, если придется ему встретиться с ним, пускай не будет, не вменяет ему Иисус греха, который он делает. Этот человек остановился, говорит: ты что, христианин? Говорит: да. Как еврей может быть христианином? И в этот момент, конечно, его отпустили. Община выросла больше 200 человек. Был голод, было трудно. Они имели свою маленькую швейную мастерскую, кафе для бедных. Он был последним, кого арестовали алкавидисты и посадили, сослали в тюрьму. За это время он проповедовал на немецком, в кирхе, в других церквях лютеранских. На русском он проповедовал у пятидесятников, у баптистов. Через время его выкупил Красный Крест. Его старшая дочь вышла замуж за одного из одесситов. И позже, конечно, они тоже заплатили за свою веру смертью. Уехав в Польшу, они образовали служение для детей. И там был детский еврейский дом. 1933 год. Начинается немецкое и нацистское такое поднятие идеализма, чистой крови. Леона уезжает со своей семьей, потому что во главе этого дома осталась еще одна его дочь с ее мужем. Только в конце войны, когда Израиль получил свою независимость, он узнал, что весь детский дом, его дочь, его зять были взяты во смерть, и там были сожжены. У нацизма нет понимания и разделения христианин, иудей. Для них было все одно. В этих печах уничтожались не только ортодоксы, хасиды, просто реформаторские общины, евреи, которые светские были. Там были сожжены те, которые верили в Иешуа до конца, верили, что
милость Божья будет с ними. Они заплатили за свою веру цену, которую многие из нас не готовы заплатить. Я сегодня призываю каждого из вас задуматься о том, где вам нужен прорыв и в чем нужен прорыв. Я приглашаю сейчас вас сюда молиться к Богу. И если Он вам скажет, что сделать нечто, что помимо вашего понимания, я прошу вас, сделайте. Сделайте. Во время поклонения, которое было вот час назад, я пришла мысль. Несмотря на финансовый сейчас упадок, экономические трудности, которые мы переживаем, у меня пришла мысль. Давай, мне как бы ко мне говорится, давай больше, чем ты давал раньше. Не потому что я покажу тебе, обогачу тебя, нет. Просто сделай это ради Евангелия, которое должно быть проповедано. Знаете, я получил этот ответ. Сделать больше, чем я делал раньше. Для вас многих может быть другое что-то быть, но сегодня я приглашаю вас сюда, вперед. Служители будут молиться за вас, я буду молиться, помазывать елеем, чтобы на ваше «да» перед Богом, на вашу молитву, которую вы имеете с Богом, был прорыв. Бог дал вам этот прорыв. Я также обращаюсь ко всем, кто смотрит нас в прямом эфире или же в записи. Если вы хотите иметь этот прорыв от Бога, у Бога есть для вас две простые позиции. Как Давид, несмотря на свою опытность, несмотря на свое умение, он всегда обращался к Богу, уходил на молитву, попрошал у Бога. И второе, что он делал всегда, это быть послушным ему. Поэтому Бог называет его человеком по сердцу его. Для вас есть тоже ответ. Где бы ты ни был, где бы ты нас ни смотрел, Казахстан, Америка, Израиль, Россия, Белоруссия, либо Европа, на том месте, где ты преклонишь колени, и ты получишь ответ от Бога, там будет этот прорыв. Будь внимательным к тому, что Бог сегодня говорит тебе.